Дорогие друзья, на канале Hardest Info я вам покажу, как на устройстве Huawei P10 Lite сделать сброс настроек. Что на данном устройстве сделать сброс настроек, нам будет нужно перейти в сами настройки, после чего в самих настройках переходим в самый-самый низ, где видим систему. Переходим в систему, конечно же, здесь же переходим в сброс, видим его сразу, и здесь просто нажимаем сброс всех настроек, подтверждаем сброс всех настроек, подтверждаем это нашим ключом. Сбросьте настройки, все ваши настройки, которые вы настроили ранее, будут сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.